Короткие ежедневные выпуски моего видеодневничка. В рубрике «Камчатка день за днем» рассказывают, что происходило в эти дни в разные годы века минувшего на Камчатке. Восьмой день января. Газета «Камчатская правда» в этот день сообщает, что в кинотеатре «Полярная звезда» идет художественный фильм в 9 частях «Дети капитана Гранта». Красиво, эстетично. Помимо всего, в газете опубликованы 2 короткие заметки. Первая заметка называется «Театр на нартах». Она передана из Кихчика в редакцию по радио. «Кукольный театр», пишет газета, «поставил здесь спектакль. Население Кихчика тепло встретило кукольников, с которыми оно познакомилось еще летом прошлого года. Путь до Кихчика проходил в исключительно тяжелых условиях. Пурга, заносы, бездорожье. Не лучше погода и сейчас, она задержала театр здесь на несколько дней». Автор заметки Дзержинский, руководитель того самого кукольного театра, который был создан на Камчатке еще в 30-х годах века минувшего. Вторая заметка – скорая помощь. До последних дней скорую помощь, как известно, оказывали врачи, занятые в больнице и поликлинике. В процессе работы возникало много недоумений, вызываемых главным образом перегруженностью врачей. Сейчас это устранено. Облздравотдел организовал в Петропавловске самостоятельную скорую помощь, нужда в которой давно уже созрела. Иншалла. Скорая помощь укомплектована 5 врачами и 2 сестрами. В ее распоряжении находится специально переоборудованная автомашина и лошадь с повозкой. Скорая помощь будет работать круглые сутки. Это был 8-й день января.